Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня? Открытие и Плюх, и Роллинг на аккаунте. Ну, я не знаю, он, по крайней мере, так в телеге подписан. Геймер. Это вам, ребятушки, не серваки строить в Майнкрафт. Это битва замков. И сегодня у нас на русском сервере, наконец-таки, за, наверное, месяц, если... Ну, точно уже недельки 2-3, а то и больше коллекционера здесь не было. Сегодня у нас есть... Трата, плюс коллекционер героев, конечно, он, честно говоря, ну, никакой, как по мне, вот реально никакой, по сравнению с другими серваками, но все равно дополнительные плюхи есть, вот чего стоит только вот эта вот эмблема для архидемона, реально она крутая, 15 слизней для бездоната, ну, однозначно это плюс. Ну, а остальные плюхи я даже комментировать не буду по сравнению с английским, с IS я уже показывал, там и слизней дают топовых, и прокачки, и книги, и все, что хочешь, и камешки. На русском, к сожалению, этого нет. Ну, что имеем, то имеем. Так, у нас также здесь вот на трату такое есть, ну, честно скажу, печально. Печально, потому что траты на других серваках намного круче, даже без коллекционера. Там за 30, за 40к можно получить на том же самом Майесе топовые плюхи. Я тоже это уже показывал. Так, ну окей. Находится балдежник. Гильдии балдеж. Привет, Женя. Ролл на 50к, остальное на созвездие. Хорошо. Сделаем это, я помню, на Огника или Космо. 50к на роль героев. В общем, поехали. Поехали, начнем. А там дальше посмотрим, как оно, чего оно. Так, аккаунт у нас. Посмотрим. Ну, наверное, так, давайте сначала отсюда заглянем. Ну, это нельзя называть донатом. 9800, это смешно на сегодня в битве замков. Реально очень смешно. Так, что у него по героям есть? Чай на публике зашел. Роза нету. Так, нам нужен Фобушка однозначно. Космо. Нужны герои оккультист, Фоба и другие. Королева Ос. Афина, ПБшка. Оккультист. Огнекрыл. Что-то я не могу понять. А, ну вот теперь понятно этому, да, что за приколы, их там нету, а здесь они есть. Ну окей. Поздравляю тебя с Огнекрылом. И с Космой. Хорошие герои. Так, ровно созвездие. Их надо сначала эволюционировать. Ладно, до этого потом дойдем. Поехали, пооткрываем плюхи. Плюхи у него довольно-таки неплохие на аккаунте тоже есть. Так, давайте начнем. Я не буду обычные открывать сундуки. Ой, говорю, сундуки. Карты. Три ведьмы, офигеть. Так, Фрейка, Бигфут, Афинка. О, отлично, Афинка у нас еще один недостающий герой. Поздравляю. Перейдем обратно в героев. Смотрим. Миши нет. Миша скиталец, малыш Ник. А, и ведьмы не было. Отлично. Два героя вытащили. Так, открываем сейчас ведьмочку. Давайте сделаем не так. Давайте мы сейчас заролим. А потом я уже сяду и прокачаю его аккаунт. И тут будем целый час разбираться. Такс. Что я хотел? What I want to do. Открыть ведьмочку. Поехали, паролем под коллекционера, а потом откроем у него плюхи. Такс, ну, поехали. Дракос.
Рино. Неплохое начало. Капитан Дрейк. То на складе нет. Профессор Риббит. Тесса. Я вам скажу, довольно-таки нехило падает смертушка. С лотами, конечно, печаль. Еще одна ведьмочка. Паладин. Ну, ведьм у него, в принципе, почти хватает на вторую эволюцию. Еще одна ведьма. 5. Суккуб. Смерть. Ну чё? Ну, в принципе, герои падают-то. Но падает такое. Так, нам нужен оккультист. Оккультист и Фоба. Конечно, я не знаю, что можно на 10к словить на созвездие на русском сервере. Но мне это самому интересно сейчас посмотреть, чем мы наловим потом. Такс. Башка вообще после Майнкрафта не варит. Это вам не Майнкрафт создавать сервак. Это битва замков. Так. Что мы там повыбивали, я вообще не одуплился еще. Так, Дракула. Дракула, Лео. Тесса. О, Тесса у нас недостающая. Отлично. Я себе сижу на своей волне. Думаю, как это выучить. Плагины каких все изучить. Малыш Ник, Тесса, Суккуб. Да, у нас тут, блин, жестко. Смотрите, Суккуб. А вы-то думали? Тесса. Офигеть. Такс, поехали. Махатмушка, неплохо. То чувство, когда тебе падают самые имбовые герои. Имка. Интересно, сколько мы слизней уже собрали? Ну, по крайней мере, ледяху 7-15. Жестко. Реально жестко. Точнее, ни хрена не жестко, они нифига не падают. 20к, 40к в среднем. Да, где-то так уходит. Где-то я его алтарь уже потерял. Имка. Варлок. Фараон. Блин, чё не Фоба? Миша. К нам, ребятушки, пришел Миша. Миша есть на аккаунте. Осмо. Ну, блядь, не было бы у него его, вот реально было бы круто. А мы его только что открыли. Еще один Миша. Здравствуй, Миша. Что-то ты к нам сегодня зачастил. Реально. Ну, два Миша у нас есть, так. Вот тут с таких оккультист, Медуза, ПБшка. А там мы потом, думаю, с ПБшку может вытащим Леди Лео, Фобос. Миша, добрый вечер, Миша. Ну, два Миша. Два Миша у нас, ребятушки. Довольно-таки быстро. Так, коллекционер 9. Блин, жестко. Королева Ос пойдет. Еще один недостающий. Варлок. Медузка, отлично, еще и медуза.
Блин, ведьма, конечно, жестко. Очень много падает. Череп. Варлок. Вот так вот батька делает этот рандомчик. Это вам не... Это, ребятушки, поздравляю, фобушка есть. Смотрите, как мы круто. Круто заролили. Королева Оз. Отлично. Фобос. Отлично. Медузка. Отлично. Вот так вот. Так, нам надо еще немножко героев. Еще немножко, еще чуть-чуть. 9-15. Ну, слизни. Вы поняли. Нам надо еще оккультист. Оккультист нам нужен. Так, давайте откроем. Он попросил 10к оставить. Мы так и сделали. Практически. Давайте попробуем. Надо добить Кенди. Триант. Дед Мороз. Душек. Жестко. Череп. Я офигею, слизни вообще не падают. Ниндзик. Душек. Мы, наверное, по-моему, уже больше даже заролили. Да, уже больше. Ну, я оставлю 12к, я оставлю на созвездие. Ну, с коллекционером, конечно, ребятушки, хрень. Но героев мы, в принципе, выбили неплохие. Конечно, не хватает здесь оккультиста. Кстати, не чекал, что сегодня у нас на русском вообще творится. Тут вообще у нас такого интересного есть. Так, окей. Так, мы все собрали, еще коллекционеры заберем. Чик. Еще здесь сундучки. Собрать. Ну, это, конечно, смешной коллекционер по сравнению с другими серваками. Но я считаю, что мы очень даже неплохо прокачались. Затащили довольно-таки хороших героев. 78, а было у нас 60 с чем-то. Ну, 10 героев добавили. Реально круто. Ну, рыцарь там такое, я не считаю, не хватает. Вот на данном аккаунте сейчас не хватает очень фобушки. Ну, поздравляю. Будем дальше прокачивать. Я сделаю еще один видос отдельный по прокачке. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.